Почти 2 миллиона рублей могут получить студенты-медики, если уедут работать в небольшие города края. Кроме этого, им дадут квартиры и создадут комфортные условия для лечения пациентов и отдыха. Сегодня для молодых специалистов провели экскурсию по больнице Мачинска. Чем там отличается работа от условий мегаполиса, об этом в материале Елисея Савлюка. Водно-иммерсионный бассейн, он вообще первый такой за Уралом. Студентов медуниверситета знакомят с уникальным оборудованием. Такой бассейн, который используют и для подготовки космонавтов к полетам, может помочь маленьким пациентам с неврологическими патологиями. 5 минут нахождения в нем равняется 2, а то и 4 часам сна. Находится он в перинатальном центре Ачинска. Именно по этому медучреждению студентам сегодня проводят экскурсию. Дарья, например, родилась и выросла в Ачинске. Она считает, что и работать необходимо именно в родном городе. Так как мы все-таки родом из Ачинска, мы должны закрывать свои кадры именно здесь, ну, где родился, там и пригодился. Я бы хотела вернуться сюда, но не в перинатальный центр, а в ЦРБ, и работать тут. Следующая точка – Ачинская межрайонная больница. Там будущих специалистов также знакомят со спецификой работы и коллегами. Цель – показать ребятам, что не только в Красноярске есть больницы с хорошим оборудованием. Медицина не стоит на месте и в районах. Там по нацпроекту здравоохранения строят новые корпуса больниц, закупают современное и дорогостоящее оборудование – томографы, ангиографы и УЗИ. Но, несмотря на это, вопрос с нехваткой кадров стоит остро. Не все, на самом деле, представляют, да, как сегодня развивается вот именно медицина в районах, то, что большое финансирование идет, и то, что достаточно технологичные медицинские учреждения, вот даже небольших городов, да, на основных таких узлов Красноярского края. И вот эта совместная задача Министерства университета – показать нашим студентам, что да, здесь работать интересно, здесь работать можно и нужно. Для привлечения молодых специалистов в районы края сегодня подписали специальное соглашение. Благодаря нему решится вопрос с жильем. Студентам и ординаторам его предоставят на время практики. Выделят жилье и для молодых специалистов. Также им выплатят единовременную компенсацию. Она может достигать 2 миллионов рублей. Это касается тех, кто едет работать в межрайонные центры. Это Лесосибирск, Ачинск, Канск, Минусинск и Норильск. Но и это еще не все. В планах увеличить количество целевых мест в медучреждениях. Мы провели достаточно большую работу вместе с медицинским университетом. Встречались с обучающимися в университете жителями этих городов. Всех, каждого сейчас будут проведены дни открытых дверей в медицинских организациях этих городов для того, чтобы уже более, ну, наверное, тесно познакомить, собственно говоря, студентов, ординаторов с технологиями, с организацией работы в этих учреждениях. Это соглашение абсолютно логично продолжает тему краевого закона, уникального абсолютно краевого закона, регламентирующего подготовку медицинских кадров. По инициативе губернатора был принят закон летом, в очень сложное время. Впервые за всю историю медицинский университет Красноярский взял на себя обязательство не только выпускать достаточное количество выпускников, но и отвечать за трудоустройство. Новый закон позволяет платникам получать образовательные сертификаты. За счет них учиться бесплатно, но затем отработать 5 лет на территории края. Таким образом будет решаться вопрос кадрового дефицита. Елисей Савлюк, Дмитрий Комаров, 7 канал.